Тренинг 12 октября 2020 года. Приветствую всех, кто любит силовой тренинг. Ну что, начинаем с разминочки такой. Весочек у нас где-то примерно 47 килограмм. На самом деле там поболее, но я так считаю. 47, так, знаете, в тяжечку, протяжечку, чтобы без фанатизма, там между лопаток разминочка произошла. Такое хорошее упражнение, спинку растягивает, мышцы сокращает, так что нормальненько все идет. Второй подходик, весочек мы уже прибавили на 5 кГц, вы видите, вон он. Сейчас у меня много железа, на все хватает, то как-то был дефицит, и на штангу надо, и на тренажер надо, и на гантели надо, а теперь все есть. И пошел 52 килограммчика, хорошо идет, прошелся, продышался, ну в основном где-то я кружочек по своему спортзалу делаю. На это уходит, ну пускай там полторы минутки уходит. Полторы-две минутки. Садимся, натягиваем. Весочек прибавили 57 килогерциков. И потянули. Так, это знаете, в охоточку тянем. Спинку там в грудном отделе растягиваем. Конечно, хорошее вот это упражнение. Такое приятное. Каждый может его сделать. После этого приступаем к бивнерезам. Бивнерезы я поднимаю вот на таком тренажере. И пошел. По 8 раз 27 кг. Как бы сказать, идет такой разминочный весочек. 8 разков. То, что надо. Работает только бивни, уже как-то привычно стало. Далее идет второй подходик. То есть тут у меня изоляция такая хорошая. Вот все там поднимают возле стенки. Вот это лучше всего, потому что возле стенки то плечами потянешь, что еще как-нибудь. Короче, так люди и любят, как бы сказать, облегчить себе работу. А тут вот тянешь бивнерезами. Сделал прибавочку я еще. Накинул 5 килограммчиков. Итого 32. Повторение поменьше. Но более-менее со стороны видно, так нормально идет. Прошу обратить внимание на кожу плеч. Смотрите, какая кожа. Такая чистенькая, хорошая. Аж самому нравится. Стараюсь. Ну, следующий подход идет. То есть, если человек за что-то берется, желательно это делать регулярно, постоянно. Тогда будет толк. Запоминайте пословицу: тренинг хорош постоянством. Систематическим. Вот. И с весом, вернее, с ростом веса снаряда потихонечку растет и мышечная масса. У меня как-то руки особо не отличались какими-то такими поражающими размерами. Ну, так вот для себя более-менее нормально. Здесь я отдыхал несколько побольше, кружочка по 2 делал. А это уже у нас 35 кГц, то есть я еще прибавил. Ну и что я заметил, конечно, вот организм начинает сочковать, не хочет напрягаться и все, но не хочет. Вроде легко тянешь, а со стороны тем более, вот я смотрю, озвучку делаю, со стороны, значит, тянешь, все там такое.
А теперь у нас жимли уже 8 килограммчик, разминочку. Так вот, со стороны видно, что вроде как легонько, а когда там тянешь, ну, кажется, так как-то тяжело, хотелось бы совсем легко. И вот тут желательно вот этот приемчик применять. Это взбодрит нашу нервную систему, прочертить нейромышечные эти связи с помощью подъема большего веса. Но я больший вес не использую в данном занятии. То есть меня вполне удовлетворило то, что я сделал 80 на 10 раз сжиманул. А сейчас, так сказать, идут обычные тренинги. Осваивается веса, разминается. Ну вот главное, без фанатизма. Времени вроде бы прошло уже достаточно, и надо, как вы знаете, сделать тренировочку. И всегда молодой атлет или начинающий, он, конечно, думает, ну вот сейчас бы я тут сцепился опять бы с предельными весами, но... Но вот именно психической энергии, то есть энергии, которая заведует волевым усилием, недостаточно. Она накапливается медленно. И именно она способствует тому, что человек может упереться, давить. Ну, здесь я поменял, так сказать, решил сочкануть. Но особо не вышло. То есть я обычно иду в следующие 8, потом у меня 15, 20 и там 22,5. А сейчас я что-то решил тут это. 12 килограмм, то есть вот как-то решил, так сказать, вроде бы как размяться и не пытаясь идти на большие веса, там ничего там такого не делать. Ну а потом как-то что-то где-то. Вот следующий вес 12 килограмм. На самом деле там 12,5. Потому что вот этот гриф гантели, он весит 12,5 килограмм. Ну, я так решил округлить. 12 килограммчика и пошел. Хорошо, так знаете... Приятненько. И вот когда ты втянулся, тут-то можно тогда дать и нагрузочку побольше, поболя. Это, видите, у меня уже вес 17 килограмм. То есть я так по 5 килограммчиков прибавляю. Вот. Думал на этом закончить, но потом решил... Решил продолжить без фанатизма, но отдохнул, прошелся, сел. Кстати, у меня там ремень порвался. И опять 17 килограммчиков мы жмем на бивни. Такое упражнение интересное именно для рук. Осваивать его тяжеловато. Ну, потом, когда она освоена, ну, да, нормально. Поднимаешь и так, и сяк. Так что нормально. Вот я взял другой ремень. У меня 3 ремня. Такой аккуратненький есть ремешочек. Но он мне стал мал. Вот взял вот такой вот ремень. И еще такой ремень. 2 ремня было. Это зачем мне эти 2 ремня... были. Это когда у меня болела спина, и я, выходя на улицу под одежду, его только раз зафиксировал спинку и пошел гулять. А потом мне это все казалось ненужными. И, так сказать, 2 ремня. Ну вот один ремень из-за тренинга моего. Из-за того, что я на одну практически застежку застегиваюсь уже много лет. Он порвался. Порвался. Мне пришлось взять другой ремешочек. Вот я затуживаюсь.
надо то на одну, то на другую вот так делать. То побольше, то поменьше. Слишком уж не тужится, чтобы какая-то, так сказать, износ ремня был не такой. Ну вот сидим, подготавливаемся. Вроде бы гантели пошли. Как-то, знаете, вот сначала не хотелось поднимать. А потом ничего, так пошло, чувствую, да более-менее нормально. Я мог бы их и побольше поднять, но зачем, думаю. Вот разочек, второй разочек, за ней третий, потом четвертый, видите как, и пятый. Помните, я их, по-моему, 10 раз поднимал. То есть все как-то нормальненько поднялось, все там это. Кстати, свет меняется, и камера-то работает непрерывно, но я просто-напросто те промежутки, в которые я отдыхаю, я их вырезаю. И вот пошли 25 килограммчиков. Вот. Второй разочек. Третий разочек, тут уже мы упираемся, четвертый разочек и пошел пятый разочек. А решил немножко упереться. Ну, да, есть. Вот так вот снять ремень, высший шик. Ну просто кабальеро. Далее у меня идет отжимания, потихонечку, знаете, налаживается насчет отжиманий. Хоть я по-прежнему в своей манере все это делаю, но уже намного легче все это дело идет. Надо вообще сделать усилие над собой и вот опускаться нормально. А то у меня только идет на этот. Все четыре подхода я решил не показывать. И вот жим лежа, бенчпресс, так называемый, 40 килогерц, разминочка пошла, так сказать, везде должна быть разминочка, не спеша. Вот, в который раз я убеждаюсь, новое упражнение, вроде бы ты уже размялся, мне суставы как-то по-другому работают, все по-другому работает, поэтому лучше бы сделать разминочку на маленьком весе, так сказать, береженого Бог бережет. Уже было, уже у меня все было, и начинал. Оно потихонечку вот так вот набираешься ума. И пошел опять сороковочку, так сказать, ну сороковочка так. Она практически не чувствуется, но тем не менее, как говорит Юрий Белкин, есть такая примета, пустой гриф поднимать нежелательно. Поэтому я начинаю с 40 кГц, все привычно, все нормальненько. Это уже весочек прибавлен. 60 кг, как она, видите, выскочила. Опа, пошел. Вот все мне, знаете, хочется, чтобы все это еще полегче как-то было. Полегче, полегче. Но на самом деле это вот, чем больше ты занимаешься, тем уже, как бы сказать, это все у тебя уже приедается. И организм начинает просто-напросто, знаете, хитрить. Хитрит, где бы ему меньше напрягаться. Потому что я знаю, я же там напрягался, эти веса, так сказать, легко и просто жал. А вот тут вот берегет наш организм психическую энергию, самую ценную, та, которая руководит волевым усилием, поэтому вот он и себе облегчает работу. Ну вот, наконец-таки, надо было вообще-то 79 сжать килограмм, согласно плану. Но я так подумал. Килограмм ничего уже не играет. Начну-ка я
основную тренировку, вот это с 80 кГц. Ну, вот так вроде бы снял нормально. Первый раз пожал хорошо, второй раз хорошо, третий раз хорошо, четвертый раз вот какое-то уже затруднение, и пятый раз вот уже просто-напросто, как бы сказать, сила есть, а вот желание продолжать с таким же усилием упражнение, вот оно как-то куда-то улетучивается. Вот такие это дела. Второй подход. 80 кГц. Думаю, нет, все равно я буду делать. По 5 разочков. Будем давить. И давим. Вот она. Пошло, видите, уже височек начинает меня, так сказать, корежить. Третий подход. Вот этот. То ли проснулся, то ли не проснулся, то ли я вроде бы тут, а и в то же время хочется еще подрематы, а надо же сжаты. И вот это какой-то, видать, вот все-таки для меня какой-то психический барьер 80 килограмм. Вот они так легкие и не стали. Стал-то их уже и сжать. Ну, это 80 килограммов. Третий подход, думаю, выдавлено в третьем подходе все равно. Вот как быстро все-таки уходит. Уходит волевая энергия. Не хочет давать импульсы. Ну, ладно. Три подхода сделал. И думаю, где у меня, как и в основном у всех жимунов, это проблемы с дожимом у большинства подавляющего. И думаю, да, поработаю просто-напросто вот это с дожимом 80 килограмм. Нагрузочка не такая большая, но тем не менее она идет четко на трицепсяку, отлично. То есть, когда мы жмем по полной амплитуде, то получается, что мы работаем тут грудными дельтоидами, как бы разгоняем. А потом, чем штанга уже выше в фазе дожимания, там уже больше включаются руки. И если мы за счет груди и плеч не дали такой импульс, чтобы она полетела, а дальше трицепс просто подхватил, то не выжмем. А тут я решил, вот как раз тренируем трицепсяки, ручаки. А, так-то. Есть дожим. Все, тренировочка закончена. Как-никак 5 подходов. И вес, видите, там уже 80 килограмм. И теперь живот. Делаю 3 подхода по 15 раз. Вес 47 килограммчиков. И на этом заканчиваем. Ну, довольны. Все, кров погоняли, понапрягались. Обед. После обедика. Посмотрели, что, чё, как. Вот сделал видосик. Озвучил его. Сделал я озвучечку. И на этом заканчиваем.